Класс! Какие у нас распаковки сегодня, Барсик, смотри. Тут должно быть что-то тебе. Это или это? Сейчас посмотрим. С этого начинать? Класс! Барсик, смотри, что тут. Что ты смотришь? Смотри. Что это? Вертолетик. Зелененький. В прошлый раз у нас был какой? Красный. Все сломала. Барсик, смотри, какой вертолет у нас будет. Вынимается. А, он тут это приклеен скотчем. Китайцы скотчем приклеили. О, какой. Барсиуша, как тебе? Как тебе? Он летает. Барсик как смотрит. Барсик, он летает. Ты не боишься? Что? Барсюша, смотри какой. Давай его запустим сейчас. Как он запускается? Этот летать пока не будет, потому что китайцы пульт сюда не положили. О, видишь? Смотри, Барсик. Только вот такую штучку. Видишь, летать теперь пока что не будет. Может, они отдельно прислали, а? Что тут такое? Давай это распакуем. Что это такое? Какая-то палочка. Может, волшебная палочка, чтобы мы могли пульт наколдовать? Все, распаковываем это. Интересно, что тут. А тут что? Барсик, смотри, какое чудо. Во! Смотри! Это для пылесоса? Я думаю, что это за палочка? Ладно, это неинтересно. Так, а пульта нету? Блин, я не знаю, где кнопка. Куда нажимать? Где он? А? Я не вижу вообще кнопку. Где ты нашел кнопку? Какую? Куда ты нажимал? Дима, ну я не вижу тут кнопку. Где? Ну, куда ты нажимал? Сюда? А, маленькая такая. Ой, ой, ой. Так, а куда он будет лететь? Барсик, смотри быстрее. Это все? Меня отпускать его? А это... Я боюсь его отпускать. Барсик. Да. Так надо было смотреть и читать, чтобы было с пультом. Так а без пульта теперь что делать? Будет сам себе летать и все это самое побьет тут нам стекла все. Слушай, подожди, или тот тоже так? Нет, тот с пультом был. Он летит. Не, понятно, что с пультом. Управлять им хоть можно?
Этим нет. Ну как нет? Так он его пустишь, он улетит куда-нибудь и все. Так это может на улице только пускать это? Ну и что? Ну на улице. Ну и полетело и все вверх. И что дальше? Не знаю вообще. Привязывать его что? Там же этот самый, вот здесь вот было такое, что управлять можно было. Хвостом этим для поворота. Дима, надо было читать, потому что тут видишь как. Такое говно я еще не куплял. Блин, что китайцы испортили совсем. Да, тут включаешь, и в руках пульт, ты им управляешь, а тут пульта нету. Тут просто включаешь и убегаешь. Ну что ж, разочарование. Не-не-не, не пускай тут, Дима. Слышишь? Не пускай, сейчас полетит, а бы куда? Mm-hmm.